Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И сегодня я в этом маленьком небольшом ролике покажу вам, как использовать планшет, маленький планшет для сборки ирландского кружева. Вот это у нас планшет. Это планшет, который сделан из поролона, из досочки и обтянут трикотажной тканькой. Трикотажная тканька. Для использования маленьких вещей, да, достаточно их просто расположить на планшете и зафиксировать булавочками по кругу, везде, каждую. Планшет поролоновый. Булавки легко входят и выходят. Теперь давайте посмотрим, какие нюансы в использовании планшета для большого изделия. Это у нас может быть платье, может быть блузка. В этот раз это у нас блузка. Обратите внимание на размер планшета. Размер планшета должен быть немножечко меньше самого узкого места вашего изделия. То есть для того, чтобы планшет вошел в талию, он должен быть немножко меньше. Так как у нас изделие... Вот почему мне нравится использовать этот макетный метод. Потому что я могу разместить элементы, переходя на шов. Да, я могу элемент разместить как на спинке, так и на полочке одновременно. Точно так же плечевой шов. Я могу на плечевом шве разместить элемент так, что он переходит с одной части на другую. Итак, у нас макет готов. Макет у нас готов. Что мы делаем? Мы просто берем и планшет помещаем внутрь нашего макета. Просто надеваем на планшет и выбираем место, которое мы, допустим, хотим зашить. Это у нас полочка, да? Полочка. На полочке мы что имеем? На полочке мы имеем грудь. Мы имеем бедра по бокам, мы имеем грудь. И вот смотрите, грудь будет у нас выпуклая. Это естественно. И вот, например, чтобы зашить участок ровненько, мы передвигаем каждый раз планшет на новое место. Вот, например, если я планирую шить участок, вот этот вот участок полочки. Что мне нужно для этого сделать? Мне нужно выложить все швы, все наши швы, вот до выточки. Вот у нас начало выточки, До выточки у нас все ровненько. Здесь уже все, здесь ровненько не выложится. Здесь уже пошло сужение детали, и мы уже дальше ровненько не выложим. Поэтому мы выкладываем линию серединки полочки. Смотрите, выкладываем линию середины полочки, фиксируем ее иголками. Я ее специально рисую черной ручкой, чтобы ее можно было идентифицировать и видеть ее. Вот в первую очередь нужно зафиксировать ключевые точки, да? Вот у нас основная ключевая линия, это линия середины переда. Дальше выкладываем горловину, тоже ее фиксируем. Чем гуще булавочки вкалываем, тем лучше все будет держаться. Дальше смотрите, вот горловину зафиксировали, вдоль плеча зафиксировали. Выкладываем, поправляем, натягиваем. Обязательно подтягивайте ткань, чтобы она у вас была в натяжечку выпрямлена, чтобы у вас потом размер соответствовал тому размеру, который у вас есть на выкройке. Да, подтягиваем, фиксируем пройму. Отфиксировали пройму.
Иголок нужно много. Фиксируем все. Вот, смотрите. И производим фиксацию до линии груди. Дальше мы шить не сможем. Дальше у нас уже пошло вот это вот складочка. Дальше мы шить не можем. Вот. Именно вот этот участок, ровный прямой участок, мы выбираем, и на нем мы сможем сделать сеточку. Следующий этап, вот когда вы зафиксировали все по периметру, выложили все, что вы хотите шить, участок, который вы выбрали, вот, по периметру, не бойтесь фиксировать. Фиксировать нужно много. Ну, на это уходит время, но тем не менее лучше перебдеть, как говорят, чем недобдеть. Вот, зафиксировали. После того, как зафиксировали участок, вот смотрите, и вы так будете делать с каждым участком. Вот если это у меня полочка, я отошью вот этот участок. Потом я его открепляю, вытягиваю все-все-все булавочки, передвигаю, допустим, на линию талии, на линию низа, передвигаю на эту часть, переворачиваю, передвигаю на спинку. И вот так вот выбираете небольшие прямые участочки и шьете. После того, как вы зафиксировали весь периметр участка, который вы будете прорабатывать, делать сеточку, после этого фиксируете все элементы, все. Здесь тоже как бы нужно скрупулезненько относиться и зафиксировать, для того, они приметаны. Но тем не менее, как бы, да, то есть эта приметка, она такая, лишь бы деталька не падала. А для того, чтобы делать сеточку, это все нужно фиксировать. Так, теперь предположим, что мы уже вот эту часть над выточкой зашили, предположим, да, открепляем назад все булавочки и передвигаем платье или блузку снова. Вот, вот у нас край выточки, грудной выточки, да, вот у нас середина блузки. Опять передвинули, и уже смотрите, вот эта часть мы уже зашили, да, это мы уже предположим, что зашили. Передвинули точно так же. Фиксируем вначале серединку, густенько ее фиксируем, выравниваем линию, чтобы она ровная была, да. Выравниваем линию, фиксируем серединку, фиксируем талию точно так же булавочками. И вот выкладываем. Смотрите, у нас выкладывается ровно в натяжечку, выкладывается до бедра. Дальше это уже и не имеет значения. И вот до линии бедра мы тоже это все можем натянуть, зафиксировать и низочек зафиксировать. И бочок, вот бочок, вверх тоже. То есть по периметру планшета, по всем ключевым точкам обязательно вот это все нужно фиксировать. Смотрите, вот вы все зафиксировали. И точно так же, вот когда контур весь зафиксировали, тогда элементы фиксируем булавкой очень густо, когда мы будем с ними работать, чтобы они у нас не сдвигались. И вот таким образом, передвигая планшет от одной детали, от одной части изделия к другой, вы будете потихоньку маленькими кусочками зашивать. Да? Точно так же спинка у нас, где у нас там наша спинка. Вот, все опять выкалываем. То есть вот это вот такой процесс. Вот обратите внимание, планшет где-то, сколько тут, наверное, 40 на 35, где-то так вот размер. И вы этот планшет даже, в принципе, даже в дорогу можете с собой брать. Я работаю сейчас со спинкой. У меня сейчас на спинке идет работа. Поэтому я буду сейчас натягивать для работы, я буду натягивать участок спины
который у меня вот остался еще не зашитым. Вот я зашила серединку спинки. Точно так же мы будем натягивать тот участок, который мы можем выложить прямо. Вот, вот этот вот участок я на нем буду сейчас работать. Вот его мы будем выкладывать на планшетик. И фиксировать все. Обязательно в первую очередь. В первую очередь мы что фиксируем? В первую очередь мы фиксируем ключевые точки. Ключевые точки, то есть линии середины, линии талии, чтобы это все было выложено под прямым углом. Так. Ой, блин, да, вот как-то так. Главное не спешить. Главное все это тщательно проработать и зафиксировать. Да? Вот с кофточкой я работаю, я сюда молнию не вшивала. Когда я работала с платьем, я даже вот в эту основу вшивала молнию. Но вот это я уже буду себе фиксировать для работы. Нет, давайте чуть ниже, чтобы вот этот вот кусочек захватить в работу. У нас еще планшет позволяет, вот низочек чуть-чуть сейчас подтянем. Вот. И чтобы у меня поместилось в работу, и вот эта вот часть, чтобы я могла вот здесь зашить. И вот когда я закреплю сейчас вот этот участок спины, это участок спины внизу, да, левая его часть, я смогу зашить вот этот вот весь участок. И получается вот где-то так 4 прикрепа. Нижний левый, нижний правый угол, потом верхнее плечо, ну, вверху плечо справа, плечо слева, наоборот. И вот где-то вот за 4 прикрепа вы можете, за 4 натяжения вы можете сделать часть переда или часть спинки. Вот сначала что-то закрепляем, то, что базовое, вот серединку. Ну, в общем, это как бы понятно все, да? Понятно, несложно. Работаем кусочками. Отшили кусочек, вытянули все булавочки, передвинули, шьем следующий кусочек. И так постепенно заполняем все наши... все наши пространства сеточкой, да, вот. Натягивайте, вот обязательно натягивайте, все элементы должны быть выпрямлены, их желательно заранее отутюжить, чтобы у вас они потом не деформировались, когда будете носить, чтобы сеточка вся была выполнена ровненько, обязательно все должно быть вот это вот натянуто. Обязательно натянуто. Будете использовать очень много булавок. Вот не постесняйтесь купить себе очень-очень много булавочек. Так, теперь проверяем, чтобы и верх, и низ, чтобы все было равномерно натянуто. Вот периметр, да, закрепляем периметр. Закрепляем периметр. Закрепляем. Да, это я уже натягиваю для работы. Это я уже не для примера натягиваю вам показать. Это я уже натягиваю себе для работы. Все, я фиксирую все, что мне кажется нужно зафиксировать. И это я уже натягиваю себе для работы. Вот этот участок, вот эту вот область я планирую зашить. То есть, если я вот буду заходить немножечко на бочок, и вот это надо немножечко выпрямить, да, то есть вот это все, что мешает, все, что где-то как-то не так лежит. А вот эта часть, да, мы уже не можем вот это натянуть. То есть выбираем прямой ровный участок, который можно выложить, и фиксируем его. Фиксируем сначала периметр, да, сначала периметр, хорошо фиксируем все. Потом будем фиксировать каждый элементик. Ну вот,
например, цветочек. Я его фиксирую, каждый лепесток, в двух местах. Если в процессе работы потом окажется, что мало иголок, ну опять будем все фиксировать. Ну, можно по мере продвижения работы иголки втыкать, булавки, а можно вот так все заранее. Вот. Дальше я не буду показывать вам, как заполнять вот это все, все иголочки, потому что это очень длинный процесс. Надеюсь, вам понятен принцип использования планшета для сборки. И дальше вы продолжаете все в том же духе. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам успехов творческих. С вами была Людмила Вдовиченко. До свидания.